Привет! И вы на канале Конста Kids. Сегодня мы делаем желейки. Желейки. Для этого нам понадобится две посуды, четыре формочки у нас, три стакана кипяченой воды, два сами желатина желейки. И желе. Ну что, давайте начнем. Да, я шатерный кошек. Для начала мы берем стакан воды, кипятка горячего. Стакан возьми вот. И наливаем маленькую посудку. Давай, Сева, тихонечко наливаем. Очень горячий. Открываем желейку. Давай, Сева. И перемешиваем. Надо. Смогла? Да. Перемешиваем. Теперь перемешаем. Где? Все, наливай. Какой-то не. Давай перемешивайте. До полного растворения написано. Ладно, Юля, пускай смотрит. Осторожно. Так аккуратно перемешивай. Ну, какой-то получается бесцветный, да? Угу. И не пахнет. Растворяется? Да. Да. Вот здесь не хватает. Там что написано-то было? Тут просто перемешивать до растворения написано. Мне. Давай перемешивай, Юля. Сейчас, Юля. Еще не растворился? Нет еще. Уже чай-то остыл, наверное. Сейчас? Вода-то остыла, наверное, да? Ой. Растворился? Нет, еще чуть-чуть осталось. Тут воды еще. Теперь того? Все. Давай. Давай ластово. Это кубличный. Теперь мы ложим желатин. Нет. Давайте формочки сразу положим. Сразу. А желатин? А, желатин потом попозже сделаем. Как будете наливать? Переложкой, наверное. Это он кубличный. Что первое положим? Я. Дельфина? Да. Давай. Я. Она горячая. Горячая? Уже остыла, наверное. Не остыла. Леру, ты кушал? Да. Аня? Я кушал. Юля тоже кушала? Так понял. Аня, Сергей не кушал, позови. Он с утра ходит, наверное. Слышь, я помню. Теперь ты. Куда поставить? Да. Аккуратно. Аккуратно. Теперь рыбку заливаем. Там хватит у вас? Желатин. Вот один стакан. Это что? Это желатин. А? Что это? Мама. Давай сама. Это что горячее? Мама, это чё? Это чё? Это желатин. Желатин? Это желатин. Да.
что-то давали. Такая же. Теперь заливаем ракушку. Ракушку. Ой. Теперь ракушку. Это долго. Все равно. Булавки удалили. Уже почти стало теплым. Там быстрее остынет. Чёрный паук. Тюх-тюх-тюх! Тюх-тюх-тюх! Теперь осталась последняя фасолька. Последняя? Да. Какая? Вон. Лычка? Конь. А? А хлеб-то где? Стас. А? Конь остался. Я! Конь? А, нет. Магазин оставить, хлеб купить. А это что? А рыбку? Мы уже залили. Кто? Слышишь, Аня? Кто? Хлеба нету. Кто? Горячая вода. Да. Юля, ничего нету. Юля, не балуйся. А желатинка, да, вот этот. Два желатина. Куда два желатина? Куда два желатина? Все, мы наполнили. Давайте теперь желе. Желатин. Что там делает? Куда? Два. Есть. Да, что там делает? Есть два. Сразу два. Да потом мы вот так. Давайте сразу два. Открываем. И ложим в тарелочку. Ложим тарелочку большую. Ложим сюда. Это уберем. Достигли тебе там. Вот прям много. Какой вот? Вот. Осторожно. Разлетелся. Ладно, подскажи. Давай теперь тихонечко. Та еще туда. Все. Стала перемешивать. Теперь наполняем воду. А подожди, ну ладно, давай, давай. Будет там купаться, даже желатин. И теперь опять перевешиваем. И вот это тоже, два, там два стакана надо. Держи. Один. Два. У вас же две пачки, значит два стакана. Теперь перемешивать. Давай, перемешиваем. Опять то? Перемешивать. Питок аккуратно. Так. Нет, помоги мне. Тебе помочь? Да. Так прилипает он к страху. Там прилипает. Да, сразу прилипает. Он уже летает. А? Прилип он уже. Хорошо, а? Надо перемешать. Я подожду. Прилипает. Угу. Прилипает колодец. Колодечка прилипает от тарелки. Прилипает. Давай мешать. Вот. Такая желатин. Эти пять. Это желатина. Угу. Там пять. Там кочи пять. Целых пять. А? Целых пять. Угу. Вот. Это что это? Наливать воды. Это. Аккуратно, Юля. А мы делаем желатин. Да, мы делаем желатин. Растворилась? Нет, еще. Я долго тут... растворяется. Ну, здесь. Туда обожать надо. А? Ну,
еще приготовить. Это надо делать жвачек. Жвачек. Смотрите. Я покажу тебе. Футболчик, ты что? Все, я выйду. Это буфало уже. Растворилась? Нет еще. Ой, ложка упала. Почти растворилась, да, уже? Да. Уже горячая ложка. А давайте мы еще сгущенку положим туда. 3 ложки. Давай. Это фу. Положите его. Ложка падает. Сгущенка. Сгущенка. Да, побольше положи. Будет у нас полное. Белое. Белое. Я убью сгущенку. И перемешиваем. Какой красивый становится. Белый цвет, да? Да. Все? Сейчас хорошо перемешаем. Ну и все, наверное. Сейчас мы их в холодильник на 2 часа поставим и будем дальше снимать. Прошло 2 часа, и вот что у нас получилось. Мы все вытащили из формочек, украсили посыпкой и шоколадом. А сейчас мы будем пробовать. Да. Давай. Тебе нравится? Вкусно. Да. Кислое, да? Желейка-то? Да. Желейка. Вот это желейка, а это... А белое со сгущенкой? Попробуй белое со сгущенкой. Оно немного безвкусно получилось. Надо было побольше сгущенки, значит. Да, оно чуть безвкусное. Ой. Да, пробуй. Нравится? Тоже. Давай потрясем, посмотрим поближе. Потряси тарелкой. Какая желейка. Какая. Ну все, сейчас будем лопать. Ну все. Вот что у нас получилось. Ставьте лайк, подписывайся на канал. Костакит. И всем пока-пока. Всем пока-пока.